Это семья Разгильдяйкиных. А это семья Разумовских. Разгильдяйкины и Разумовские едут за город на пикник. Разумовские возят своих детей по всем правилам и приобрели детское удерживающее устройство «Фест». А Разгильдяйкины... Да сколько я езжу? Ни разу! Да ни разу ничего такого! Поехали! Дети Разумовских защищены ремнями безопасности. Приспособление удобно и комфортно. Сынок, пригнись, пост проезжаем. Ремни безопасности и детское удерживающее устройство «Фест» в экстренной ситуации надежно защищают пассажира. Давление от ремня безопасности распределяется по всей поверхности устройства, что защищает внутренние органы пассажира при столкновении с препятствием. А что же происходит в машине Разгильдяйкиных? Не умеешь ездить, не садись за руль. Смотри, так едет. Смотри, это по сторонам. Теперь я знаю, что детское удерживающее устройство «Фест» – вещь надежная, проверенная, а главное – цена доступная. Это ты правильно подметил. Детское удерживающее устройство «Фест» соответствует всем современным требованиям безопасности.